taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. Вот он, вот он, вот он. А сколько человек может загрузиться в истребитель? Или только один? Так. У нас воруют истребитель. Что делать? Что делать? Взрываем его ножом. Можно ножом? Меня сбили до истребителя, у нас сперли. Кто спер вообще? Котик улетел или он степом улетел? Что произошло только что? Нормально. Нормальное начало. Ебой, сколько в чудо-самолете может быть человек? А ну-ка, дай ты за руля сесть. Ёшкин матрёшкин, я кайви, ты подывись. Так, Козик уже этот. А можно сверху? Можешь, чтобы пацаны сверху? Он не залезете сверху, нет? Так, что стрелять еще нельзя? А ну. Не, нельзя, а ну. Не, что он быстро летает? А что с управлением? Как управлять этой штукой вообще? Так, привыкаем, я понял. Ёшкин, бошкин. Не, ну это будет что-то с чем-то. А-а-а, я в шоке. Что это такое вообще? Котя, если, брат, ты успел выпрыгнуть из моего этого крутого пике, я очень рекомендую. Да, да, брат. О, ты поставил. А где ты взял ее? Ты поставил или как? Или она сама стоит здесь? Как все происходит? Это стоит для, чтобы это истребитель сбивать, стоит. Нет, на я карте. Я понял, она просто на карте, да, показывается? Ну да, шваль. Можно по КАМАЗу жахнуть? Давай по КАМАЗу жахнуть. Можно? Нет. Я шучу. Я понял, что можно. Ну, у нас тачка есть, он антилопу. Давай, давай, душим, парни. Вот эту тачку, которая перед вами, душим. Все, минус. Хорош, чувак отбегал просто. Вот это тимплей. Тачечный. Не обращаем, едем за антилопой. Антилопу нужно дожать. Мы прыгаем, делаем ветер. Ой-ой-ой, красавцы. Типа на луте сейчас заберу. Чисто случайно. Ой, по мне работает снайпа. Я в воде выпал чисто случайно. И по мне очень крепко работает. Я так понимаю, не только по мне. Ну, попробуем сейчас. Меня гохнули, их трое. Там трое. Я понял, там трое. А у меня нет снайпы, сейчас, секунду. А можно мне какую-то снайпу, а тут нет ничего? Дымами забрасываем. Козик, красавчик. Я тебе забрасываю тоже. Снайпу надо вырулить какую-то, брат. Ой, хорош! В чердачину прям прилетело, очень больно. И зона лютая. Блин, через мод придется идти, наверное. Попробуем манси, друзья. А что с тачкой, я не понял. Что это такое? Ладно, не суть. И сзади, еще сзади. Мансим, друзья мои, мансим. Дымовая завеса делаем. Вы прошли босс. Братва, не против? Дайте мне первый истребитель, я хочу попробовать тут потестить. Вы обязательно ждите, пожалуйста, я никуда постараюсь не улететь, если мне это получится. И мы попытаемся четвером на истребителя погонять. А, тут, короче, вдвоем можно. Так, хорошо. Короче, взлетает он тогда, только когда... Мне стал еще истребитель, слышишь, чтобы он меня застрял. Да можно на нем не ездить, на транспорт. Так вот и я хочу. Я уже вжатал истребитель просто. Скажи. Не умирай. Брат, вы просто посмотрите на это, что это? Что? Вы видите это? Ой-ой-ой, что такое? Что? А что это было? Я прыгнул на него, меня откинуло и взорвалось истребитель. Что это было вообще? Мы новый баг нашли, только жутится. Короче, если что, Владос, мастер парковки, добрался до истребителя. Вы это видели вообще? Как? Мне кажется, никто так не может ушатать истребитель или какую-то технику. Я только что это сделал. Это пипец просто какой-то. Как и приземлюсь, сейчас попробуем. Ну вот я же тебе говорю, попробуем. Мы сейчас сделаем через как Форсаж 25, через трамплин. У него повороты неудобные, управление довольно неплохое, повороты. И котик улетел на луну.
Это что такое происходит, ёбай? Короче, меня... Мне транспорт брать нельзя. Ой, господи. Так, а ну-ка. А что это, полчаса нужно взрывать этот квадрик? Как управлять этим прицелом? Или он реально только сам управляется? А что, вы не дождались истребителя или что? А он должен быть уничтожен, чтобы заново. А, вот так вот. Тогда погнали на следующую локацию. Подожди, не взрывай. Не надо. Сейчас у меня 55% осталось в армирчик. Все почти потрачено. Так. У вас что? Если что, на стрельбище можно пострелять, я понял. Сидим, смотрим и ржем. Да, есть такое дело. Как тут идет очередь? Пока очереди нет, но я думаю, сейчас мы эту, наверное, катку откатаем и все-таки сделаем рокировочку, чтобы еще ребята покатали. Если кто устанет, то другой заходит. Ну, типа того, да. О, Дамир, привет. Да. Ну что, поехали на другую локацию. Прыгайте, да, по тачкам. Погнали, заберем. А где нас можно забрать ближайший? Или вообще нужно уничтожить, чтобы... А, все, увидел. Все, базарнули. Езжайте туда, друзья. Мои. А мы сейчас попытаемся что сделать? С котиком. Долететь. Короче. Все. Понял. Долетались опять. Ё-моё. Как это получилось вообще? Почему так быстро взрывается? Что это было вообще? Что это было? Вот я даже не взлетел. Я же ничего не ударить не успел. Она очень хрупкая, когда по дороге, в смысле. Да, она какая-то беспонтовая вообще, она типа об кочки бьется или что такое. Вот ты проехал рядом на тачке, ты меня 50% снял, прикинь. Брат, я сейчас буду его пытаться садить, короче, понял? Я ни разу не летал, я буду его сейчас садить. Короче, была не была, расшибусь так расшибусь. Так. Истребитель пропал. Офигеть. Кто? Кого забирать тут? Кого спасать? Ой, ё-моё. А можно здесь петлю мертвую заделать? Что это такое? Так, понял. Ну, еще дальше. Не, ну тут, конечно, управление интересно. Очень интересно. Все, брат, я лечу к тебе. А что у меня дымит уже? В стратосферу зашел, что ли? Ё-моё. Че он боком летит? Я не понимаю. Я сажусь, брат. Прям в тебя. На меня еще ракетой. Я почти его посадил, ну ё-моё. Ну что это такое? Господи, это пипец. Надо, короче, делать. Вот, я тебя спас. Нормально я тебя спас? Истребитель, если что. Честно, нас еще не хватало уронить эту птичку. Здорово, ну как дела у тебя тут? Я тебя спас, нормально? Мне тоже понравилось.